בריות יודע כל נסתרות כובש עוונות זובש צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו מלא זכיות נורת תהילות חבונות עונה בצרות חטאנו לפניך רחם עלינו פועל ישועות סוף בעתידות קורע הדורות רוכב ערבות שומע תפילות במקדמות חטאנו לפניך רחם עלינו אמן ואמן שבמקור הזה אנחנו נזכיר לבזכויות ושאלוהים הקדוש ברוך הוא יסלח לנו על כל עוונותינו אמן אמן נגמר סדר סמכות, וסказали, что все важно, וסказали, что Бог, וסказали, что мы делали для Бога, Он простил нам, וסказали, что Бог есть у него 13 вещи, которые все знают, что он типа он не злой, он всегда если кто-нибудь просит прощения, он простит и поможет, да? Всегда прощает, прощает, помогает. И это чего Бог? У него есть 13 такие. И еще сказали это, они сказали, что мы делали плохое, и мы скорее всего слава Богу, что он прости. Да, что мы сейчас прочитали Седер Слихот, да, сделали капорот. Да, и теперь вступим. Давай говорят о детях. Да. Хороший. Никогда для мамы каждый ребенок лучше всего. Конечно. А когда люди со стороны говорят, что такой мальчик хороший вырос. У меня есть вопрос. Ори, есть вопрос. Можно вопрос? Да. И вот Бог, Он такой великий. Вот, и вот все, что написано сегодня в Торе, в этих книгах, да, вот все, что от Бога написано, везде, ну вот что везде написано от Бога, да, там Тора и все, это Бог дал людям, то есть люди не могли это написать сами, то есть столько написано, вау, да, это честно, большой вопрос, это типа, кто записал Библию, типа, кто записал Тора, да, кто это записал, если да. Бог дал нам, да. Бог дал это. Он дал Моше 10 заповедей. И это 10 заповедей мы все знаем. Но все, что записано в Торе, я еще не знаю. Может быть, это Бог дал для Моше, когда они были. Ты знаешь, он не только говорил как Синай, что делать. Но тоже, когда он был в Мишкане, Бог сказал ему, что делать. И может быть, тоже это было просто. Через пророка он все давал. Через пророков, да. И люди людей. Писали, и люди... Кто-то кому-то дано, видимо, это слышать. Но есть это. Надо сделать такая вещь. Тазбиги шебмаши кату патуа. Что написано в Торе? Аколь бегеда митам ми кадош бабуху. Это не писали. Это кто... Эзэшу историон, я говорю, что случилось... אבל לפי תורה הכל ניתן למשה. עכשיו פרוסט.